Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում եւ օնլայն տեսակապով կզրուցենք Կիև Օլեգ Սահակյանի հետ, քաղաքագետ Օլեգ Սահակյանի հետ։ Հիմնական թեման զրույցի լինելու հետեւյալը՝ տարածված տեսակետ կա, որ մեր կոնֆլիկտը կլուծվի հայ-ադրբեջանական, այդ կոնֆլիկտը կլուծվի ռուս-ուկրաինական ճակատում տեղ ունեցող իրադարձություններից հետո, սակայն ողջ խնդիրն այն է, որ մեր կոնֆլիկտը չի սпасում, այն շտապում է, այն արնահոսում է եւ սա լրջագույն բարդություններ ու տարավերները ստեղծում Հայաստանի համար։ Հենց այս թեմայի շուրջ ավելի մանրամասն կզրուցենք Օլեգի հետ։ Добрый день, Олег. Как слышно? Я примерно обрисовала, о чем мы будем говорить, и, наверное, переведу для вас. Вот есть точка зрения, что армяно-азербайджанский конфликт не прекратится, пока не будет урегулирован российско-украинский конфликт. Но вся проблема в том, что наш конфликт, он тоже не ждет, он обостряется с каждым днем. И не ждет также Москва, один из главных модераторов конфликта. И чем больше обостряется ситуация на украинском фронте, тем более Кремль спешит закрепиться на Южном Кавказе. Чем это может обернуться для Армении? И что показали переговоры, которые состоялись в Москве, трехсторонние, а также двусторонние? Ну, действительно, эти войны являются сообщающими сосудами. И в локальном контексте, так как Российская Федерация и в одном и в другом случае выступает дестабилизирующей силой, так и в глобальном разрезе, так как мировой порядок, коллективная глобальная система безопасности оказалась недееспособна работать с такого ряда вызовами. И мы понимаем, что во многом то, что и Карабахский конфликт затянулся на так долго и не имеет своего разрешения эффективно в течение стольких лет, и провокации не находят своих адекватных ответов от мира. И российская агрессия в Украине, и оккупация территорий в течение более чем 8 лет. Это во многом говорит о слабости международного порядка, международных институтов, которые не смогли ни допустить, ни отреагировать, ни остановить собственный претендент к ответственности за подобные действия. Переговоры, которые проходят сейчас, я думаю, что ожидать от них каких-то прорывов точно не стоит. Они показывают, что Российская Федерация не готова уходить с Южного Кавказа. Они будут держаться максимально за ситуацию, а держаться они могут только единственным возможным способом. Это интенсификация конфликта и это создание точек напряжения для того, чтобы те даже старые, скажем, шрамы, которые где-то зарубцевались уже, чтобы их тоже максимально активизировать. Не говоря уже о том, чтобы разжигать новые точки противостояния. Сейчас мы видим конкуренцию фактически геополитического характера между Россией, которая хочет ничего не менять и зафиксировать статус-кво тлеющего конфликта, который бы надвисал бы и над Арменией, держа ее в узде российского влияния, и при этом который бы ограничивал бы Азербайджан в маневрах и также ставил бы его в зависимость от отношений с Кремлем. А с другой стороны, видим Соединенные Штаты, Европейское пространство, Европейский Союз, как коллективно, и Францию отдельно, например, где армянская диаспора очень сильна, со своей позиции относительно попыток урегулировать или как минимум вывести на рельсы урегулирования азербайджано-армянское противостояние шире и уже непосредственно военное противостояние вокруг Арцаха, Нагорного Карабаха. И на сегодня пока конкурируют этих два трека. Я думаю, конечно, перспективы относительно урегулирования, понятное дело, лежат на каком. А относительно российского трека, тут сейчас Армения в сложной ситуации, когда необходимо балансировать негативы для себя, вот вообще продолжение движения по нему. В частности, один из последних шагов Армении – отказ от участия в ядерных учениях в рамках ОДКБ. Это достаточно сильный месседж, который был считан и на Западе, и в Украине в частности. Об этом отзывались все ключевые медиа, которые подчеркивают устремленность Армении все-таки к демократическим ценностям и нежелание разделять ответственность за ядерные авантюры Кремля. Это был очень показательный и важный момент отказа участия Армении в этом ядерном, потому что таким образом Москва пыталась очернить те страны, которые участвовали бы в этом ядерном шантаже. И это очень показательно, что Армения отказалась. Конечно, разделить негативы, замазать всех. Это фактически стандартный шаг Путина относительно кровной круговой поруки, когда убийца, имея в руках кровавленное оружие и руки по локоть в крови, он пытается замазать всех рядом стоящих и сказать, то, что теперь мы все в одной лодке. Вот это не первый уже шаг, которым Россия пытается действовать по отношению стран-соседей, которые находятся в разной степени, но тем не менее в зависимости от России
апеллируя к этому для того, чтобы попытаться их также очернить, замазать и разделить таким образом ответственность. Вот относительно конкуренции в переговорных треках, по вашему мнению, есть два мнения в экспертной среде, что Россия вырвалась вперед, учитывая вот последние заявления Лаврова и также вот то, что состоялось в Москве переговорный процесс, встреча министров иностранных дел. И есть обратное мнение, что это никакого значения не имеет, и заключительный мир будет подписан в Вашингтоне именно на западном треке. Насколько тот же самый Азербайджан заинтересован не в московском треке, а в западном треке, и насколько вероятен вот это вероятно подписание мирного договора? Я на самом деле достаточно сдержанно оптимистичен относительно подписания договора. Я бы не был бы уверен в том, что оно состоится в ближайшем времени в целом. В силу многих причин. Первая из них — это, конечно, все-таки еще остающаяся сила и влияние России. Россия стагнирует, очень серьезно теряет его, но тем не менее она все еще опасный зверь в этом лесу. А во-вторых, это то, что реформирование и, собственно, само усиление мировой архитектуры безопасности не происходит теми семимильными шагами, которые хотелось бы видеть, которые могли бы привести к действительному урегулированию и разрешению многодесятилетнего противостояния, которое на самом деле имеет свои корни еще глубже в сталинских административных шагах, скажем, по классической методологии разделяй власть, взять, отнять, там, присоединить и создать конфликт на долгое время. Так вот, поэтому я сдержан очень в оптимизме, но склоняюсь все-таки ко второй версии, что действительно сегодняшние дипломатические конвульсии Кремля, они не являются вырыванием вперед, как вы сказали, либо успехом, они происходят не от хорошей жизни. Россия пытается зафиксировать потери и не допустить усугубления для себя ситуации дальнейшей. В случае продвижения мирного трека на Западе России придется с ним смириться. На сегодня у них критических инструментов влияния на Южном Кавказе уже нет. Оно, конечно, по инерции еще сильно. Но расшатать ни Армению, ни Азербайджан изнутри России с высокой вероятностью не удастся. Это будет слишком очевидно и понятно на фоне этого процесса. То есть гибридные методы тут уже не будут действовать. А идти в лоб и топорно Россия не может себе позволить, поскольку ее ресурсы отвлечены на Украину, где особыми успехами российская авантюра не ознаменовалась и их не предвидится. Да, но есть еще газовый шантаж в случае Армении, экономический газовый шантаж. То, что я хотел сказать. Соответственно, можем увидеть в случае, если Россия будет идти ва-банк, методы опосредованные давления в виде энергетического, топливного давления, газового, можно шире, товарно-продуктовые блокады, логистических проблем, усиление провокаций милитарного характера, когда неустановленные группы могут провоцировать и азербайджанскую, и армянскую сторону. И подобные вещи, конечно же, их стоит ожидать. Но они будут слишком явны, и в случае подобной эскалации со стороны Армении, я думаю, что мы увидим и колоссальнейшую поддержку, вернее, провокации в сторону армии, стороны России, мы увидим колоссальнейшую поддержку со стороны западных стран. Украина создала ряд прецедентов, когда Запад идет на те шаги, которые сам себе представить ранее не мог, относительно помощи оружием, например, либо относительно введения санкций, там, где они даже себе не представляли это возможным. Сейчас вот во Франции компанию, которая поставляла России чипы, арестовали практически все их руководство и арестовали в пользу государства, отчудили акции этой компании, ключевого производителя полупроводников Франции. То есть есть целый ряд прецедентных шагов, которые показывают то, что Запад не будет лежать сложа руки, и мир будет с кулаками. Соответственно, если действительно мирный процесс будет двигаться к своей финализации, а Россия попытается топорными методами его сорвать, России может быть достаточно больно. У нее также есть целый ряд болевых точек, которые лежат в руках Запада. Плюс не откидывайте, я думаю, это большое и правильное изменение, которое произошло в армянской внешней политике за последний буквально год, это активизация трека с Индией. Не забываем про индийский интерес, то, что Индия выходит сейчас на геополитическую арену со своей проактивной позиции. И в частности, сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса, вооружений с Индией, это тоже очень фактор серьезный и в взаимоотношениях с Россией. Индия тоже не заинтересована в разжигании региона, а у Индии есть свои рычаги влияния и взаимодействия с Россией. Угу. Утрата Индии для России сейчас была бы критически в разрезе глобального противостояния и, в частности, в разрезе российско-украинской войны.
В интервью китайским СМИ Алиев заявил, что до него доходят слухи о том, что Минскую группу хотят перезагрузить и что он никогда этого не допустит. Также мы знаем, что Москва и Баку были резко против перезагрузки Минской группы после войны, чтобы вот регион оставался исключительно под российско-турецким контролем. Но вся проблема также в том, что одним из результатов армянской дипломатии является то, что наблюдательская миссия ЕС была приведена в Армению. И это как бы один из результатов деятельности Минской группы ОБС, Минской группы, то, что Армения смогла привести ее в регион. Вот именно это Москва не может простить Еревану, и брифинги Марии Захарова яркое тому доказательство. Что может также на земле изменить наблюдательская миссия ЕС, к которой присоединились канадские специалисты? Миссия мониторов, она позволяет получать информацию не от сторон противостояния, а от третьих глаз европейских. То есть это противодействие возможным манипуляциям и дезинформационным кампаниям относительно произошедшего, во-первых. И это очень важно, поскольку когда информацию дает азербайджанский, либо армянский, либо российский источник, то эта информация имеет низкий уровень доверия изначально. Поскольку, понятное дело, о чем еще будут говорить армяне, например, да, или о чем будут говорить азербайджанцы, или о чем будет говорить Россия. Здесь есть скепсис рядового, скажем, европейца к такой информации, соответственно, информационных агентов. Когда это говорит некий монитор с нидерландским гражданством, с греческим, французским, немецким, неважно каким другим, то это воспринимается как более верифицированная информация, раз. Два. Места присутствия этих мониторов, соответственно, таким образом становятся условными зонами безопасности. Как бы это пафосно ни звучало, но тем не менее, европейцы пошли на беспрецедентный для себя шаг. Даже в украинском случае мы не имели такого широкого мандата у мониторинговой миссии. И фактически сейчас европейские граждане своими телами в некоторой степени, говорю, как пафосно ни звучало, но тем не менее стали на защиту Армении. Это беспрецедентно, это очень важно. И третий момент относительно самой Минской группы. Это во многом дохлая лошадь, которая либо перезагрузится, либо она будет стагнирующе существовать и дальше, но каких-то результатов от нее увидеть в ближайшее время не удастся. Само ОБСЕ на сегодня – это некий атавизм, который подвис, чья судьба подвисла в воздухе, и мы видим, что на сегодня эта институция, мягко говоря, недееспособной является, она существует по инерции, и все больше стран и ее основателей стали вопрос о том, что, собственно, она не справилась с теми задачами, которые создавалась, и вполне вероятно, вообще стоит закрыть ее, либо переформатировать, и очень большой скепсис относительно ее будущего. Поэтому и Минский процесс, он либо будет перезапущен и станет эффективным, и тогда это даст второе дыхание и задачу, скажем, и миссию существования ОБСЕ в частности, либо он будет деградировать, и вполне вероятно, что он просто исчезнет в определенный момент из-за своей недееспособности. В России, конечно же, есть заинтересованность в том, чтобы он существовал именно вот в таком парализованном состоянии, где Россия формально сохраняет свою включенность в процесс, определенный уровень ответственности, но в реальности это превращается в либо отсутствие вообще действий, либо в манипулирование процедурами. Что будет, по вашему мнению, после войны? Именно это очень важно, потому что после российско-украинской войны Россия, как бы, или то, что останется от России, в каком формате она останется, это тоже очень важно, она станет как бы зонтиком для автократов и для диктатора. На постсоветском пространстве Украина будет лидером демократических процессов. Украина станет флагманом этих процессов именно на постсоветском пространстве и прецедентом, и также примером. Это прекрасно знает Алиев, и в Армении есть понимание того, что Алиев в будущем пытается создать себе платформу, алиби, пытаясь индульгенцию, пытаясь откупиться от всех своих этих деятельностей, которые он совершил по отношению к Армении и Арцаху. Я имею в виду ту финансовую помощь, которую Алиев периодически дает Украине на восстановление энергетической инфраструктуры. Вот есть в Украине понимание именно этого, что Азербайджан действует в ключе индульгенции? Я вам честно скажу, в Украине есть некий тоже сейчас определенный геополитический эгоизм, поскольку мы находимся в состоянии очень сложной для нас войны. И, конечно, то, что вы описываете как наше будущее, я абсолютно согласен с этим. И это очень, как по мне, правильная оценка ситуации, с которой мы столкнемся, но к ней еще необходимо дойти. До нее необходимо дожить, и за нее необходимо еще добороться и выбороть.
Поэтому, честно вам скажу, и ситуация с Азербайджаном в Украине рассматривается как очень далекая от нас. Сам конфликт присутствует в нашем медиапространстве, симпатия на стороне демократии, демократических процедур, как это было и раньше, и по Беларуси, и по другим странам. Но сказать, что в Украине сейчас есть повышенное внимание к ситуации в Азербайджане, нет. В экспертном сообществе есть прекрасное понимание, что Алиев находится в сложном для себя положении, где, с одной стороны, его будущее связано прямой пуповиной с Западом, поскольку Китай не вариант, а Турция также мигрирует все больше в сторону Запада в силу своих экономических, политических, финансовых проблем. Понятное дело, откуда будут искаться ресурсы для восстановления после землетрясений, для решения тех гуманитарных проблем, которые вогнала недалекоглядная гуманитарная политика Турции за последние годы. Соответственно, в этих реалиях Алиеву все больше придется соглашаться играть по западным правилам. И урегулирование конфликта для Алиева — это один из механизмов и полей, на котором он может продемонстрировать, что он готов эти правила принять. И во многом на этом и базируется мой оптимизм относительно того, что сейчас у Запада куда больше не только мотивации, тут все очевидно, но и механизмов, которые могут подвинуть, в частности, позицию Баку в сторону конструктивной относительно нахождения мирной формулы. Конечно, и для Армении здесь мир этот не будет идеальным. Если он будет достигнут не военным путем победы одной или другой стороны, он будет в некоторой степени компромиссным. Но он в случае, если посредником выступает Запад, это не будет позорный мир, это будет мир, основанный на демократических позициях, так как другого себе Запад не может позволить, иначе это станет миной замедленного действия вообще под демократией. Армения является демократической страной. И это о многом говорит, и это много что значит для коллективного Запада. Но тут же так же остро стоит вопрос, что выберет Алиев. Для будущего Азербайджана было бы правильно, чтобы Алиев выбрал Запад. Но для своих личных клановых интересов, может, он выберет Москву. Может, именно этот фактор толкнуть его в объятия клуба авторитарии. Нет ни финансового, ни политического на сегодня ресурса и не предвидится в будущем для того, чтобы находиться в авторитарном клубе. Быть младшего партнера, Алиев не захочет. А возможность присутствовать на энергетическом рынке Европы, особенно с отпаданием оттуда в России, для Алиева, его персональных и клановых интересов, это очень важный фактор, из которого проистекает его политическое влияние и стабильность самого режима Алиева. Поэтому в данном случае он достаточно плотно интегрирован в Запад и только там имеет возможность к своему сохранению. Уход в недемократический авторитарный лагерь в случае падения нового железного занавеса грозит ему серьезной нестабильностью и того, что Азербайджан может стать фактически буферной зоной борьбы как раз демократии и авторитарных режимов, стать марионеткой и тараном, который будет обречен на смерть в бою. Для Алиева, я думаю, что это не тот вариант, который он хотел бы для себя. А трудности ситуации, чем закончится, по вашему мнению, ситуация с Лачинским коридором? Кажется, кристаллизируется ситуация, и уже вторые сутки в приграничной зоне гарнизона находятся грузовики с гуманитарным грузом. Азербайджан не пускает их в Арцах, но в то же время уже сегодня представители дипломатического корпуса и международных организаций, закредитованных в Армении, они прибыли в гарнизон. И уже более десятка организаций, представителей дипломаты, они выразили и призвали Азербайджан открыть коридор. Даже посол Франции в Баку. Как вы думаете, что это изменит на земле? Потому что действительно для Алиева сложилась некая трудная ситуация. Я думаю, что мы таки увидим снятие блокады в гуманитарном разрезе. Конечно, с созданием определенных перепон, проблем, с возможными саботажами, но я думаю, что критическая точка уже была пройдена дипломатическая, и вполне вероятно, что в достаточно скорой перспективе мы увидим работу как минимум сугубо гуманитарной, конечно, ограниченной, но тем не менее, логистики в Арцах. То есть Лачинский коридор откроется, я не расслышала, извините их. Если сказать конкретно и четко, я думаю, да, есть все шансы на это. Я бы сейчас не открывал бы шампанское еще, но тренд, если ничего не случится экстраординарного, он на то,
что действительно мы можем, имеем хорошую перспективу увидеть Лачинское озеро открытым. Спасибо, Олег, за интервью, за комментарий, а также за оптимизм. Нашим вошел онлайн-тайсакапов зруцетинг Киев, Каракагет Олег Сахакяни. Чарнеке Кириадарцутюннери Заргацмана, это был Арачин Лиратвакан Етерум.